Как было подчеркнуто на заседании Совета по инновационной деятельности, наш регион обладает всем необходимым для достижения высоких показателей в области прогрессивных направлений. Успех Ульяновской области гарантирует собственный инновационный потенциал, особая портовая экономическая зона, индустриальные и технические парки. Тормозят лишь три фактора – отток специалистов, дефицит ресурсов и отсутствие четкого приоритета. Мы должны определить план работы на перспективу, определить те направления, по которым будем работать вместе с нашими партнерами, научным сообществом, коммерческими организациями, предприятиями, которые реализуют инновации. Чтобы планы так и не остались мечтами, подписано соглашение о создании карбонового полигона, где можно будет проводить ряд экологических исследований. Он появится при поддержке ульяновских вузов. Сейчас именно они выступают площадкой для реализации инновационных идей. В настоящий момент времени мы все с вами ощутили, что инновации, конечно, имеют такие проблемы, как недостаток кадров и недостаток ресурсов, но они имеют еще одну проблему. Это объяснение нашему населению, что эта инновация несет благо. Поэтому иногда зрительная демонстрация какого-то научно-технического достижения на конкретной территории является очень важной. Что представить миру действительно есть. Университеты работают в единой связке с предприятиями. Так появились детские научные центры, технопарки и IT-кубы. Дети уже с детства учатся передовым направлениям науки, а после выпуска устраиваются работать на предприятия, которые идут в ногу с технологическими инновациями. К слову, по данным 2020 года в Ульяновске 29% таких компаний. Регион вошел в топ-10 сильных инноваторов России. Для нашей области поддержка инноваций является жизненно необходимой и четко выверенной стратегией. Все мы понимаем, что вложение в развитие сегодня – это обеспечение экономического и социального процветания региона в будущем. Алексей Русских подписал соглашение о реализации задач по развитию трансфера технологий. В будущем документ поможет объединить научную деятельность региона и федеральный бизнес. Мы в первую очередь сосредоточены на работе с университетами, и на сегодняшний день членами ассоциации являются более чем 30 университетов ведущих. Значит, а вообще в периметре, ну скажем так, в сообществе, с которым мы работаем, их более 200. Да, и, соответственно, мы надеемся, что университеты, которые находятся в Ульяновске, также к нам присоединятся в том или ином формате. У нас много разных форматов взаимодействия и активностей. Дальнейшие планы сотрудничества будут известны после создания годовых дорожных карт, которые позволят прозрачно видеть шаги каждой из сторон. Александра Никитина, Артем Куранов, Управда ТВ.